идейных видений делаю. В основном, что только открывается. Поэтому, ну, потому что то, что у нас уже есть, там уже плюс-минус все были. И рассказывать не особо интересно, так? То, что открывается, делаю обзоры. Настроение прекрасное. Ребят, я из Минск. Юрий, а ты хочешь для этого взять? А мы знакомы? Этот мир для нас, нам больше не надо. Ребят, я не казашка. Я похожа на казашку, потому что мне это пишут не в первый раз. Мне кажется, я вообще не похожа на казашку. Вот я еще сонная. И как в Казахстане, мне кажется, там вообще очень-очень красиво. Нурик прямо готов тонуть прямо на всю жизнь. Ой-ой-ой. Андрей, да, суп-пюре в хлебных стаканах. Ну, это такое относительно такой не новый формат для Минска. У нас уже это было, может, год назад. Это, возможно, сейчас. Тогда. Но я не пробовала суп-пюре. Я, в принципе, не особо люблю супы, поэтому, ну, как-нибудь, может, попробую. Похоже на белорусскую, да? Прикольно. Игорь, привет, доброе утро, good morning. Видите? Степи, ветер. Ну, ветер, да, такое. Сообщение не проходит. Ну, блин, я не знаю, у меня вроде бы не стоит никакого фильтра. Так, ребят. Сейчас. Мне 27 лет. Мне 27 лет. 27 years old. 27. Ола, ола, ола. Василий, спасибо за подписку. Интересно. Да, это цвет глаз настоящий. Я в линзах, но не только для зрения. То есть тут нету никакой замены цвета, как вчера побатлились. Блин, Игорь, жалко, что тебя не было, потому что мы вчера батлились, там был чувак, но я думаю, что ты его как-то видел. Он часто батлит, а Максим из Минска, и у нас, и получается, я не помню, какой был счет, но, по-моему, он по итогу выиграл. В общем, был такой насыщенный батл. Нет, кто-нибудь дарит. И это вообще, это очень обидно. В общем, было все очень насыщенно. Ой, какие красивые чувства у тебя. Спасибочки. Раздали. Спасибо. Владимир, да, согласна. Respect Spanish. No, ребят, мне тут хотя бы английский бы как-то выучить, поэтому пока speaking Russia, speaking. Я старше всего на 20 лет. Это 47, да? Так ты бы хотела приехать в Беларусь? Или ты пока не можешь? Потому что, чтобы выезжать, вроде бы же надо прожить какое-то определенное количество времени. Вроде бы около 10 лет. Скажите, а вы встречались с парнем, у которого эпилепсия, так как наш... У меня не было такой истории. А, вот вижу ответ просто. Хотя с первых тревог, но сейчас уже так себе. А родные тут у вас остались, да, какие-то? Спасибо за очень красивых девушек. Бросают меня, блин, но... Салам-салам. Оля-оля. Мы же его 2-0 выигрывали.
Ну, ты, по-моему, потом ушла. Ты... Потому что в конце тебя не было. Мы его выиграли. Нет, сначала он выигрывал, потому что там ему, там у него был какой-то султан, он ему всегда дарил. Папа Сито. Так. Андрей, спасибо за пончик. Честно, хотела, но не могу. Ну да, вот не можешь, мне кажется, ну из-за того, что нельзя выезжать. Вот интересно, Вася, спасибо. Вот реально, мне тут кто-то дает или 20, или 35, 32. Вот какой-то такой середины особо нет. Из крайности в крайность. Так. Димасик, ты обязательно еще встретишь ту самую девушку, которая тебя будет совсем принимать. Не расстраивайся. Да, Минск, ребят, Минск, 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 говоришь. Думаю, это типа мне 40? Ну, 40 нет, 40 уже было тоже. Мне задавали 40 и даже 40 чем-то, поэтому я уже не удивляюсь. Ребят, меня зовут Юля, Юля, Юля. Ну, это может быть кто-то еще рофлит, но на самом деле, ну, а иногда они реально. У меня чай уже осел. Минск, Минск. Никогда не говорю, сколько тебе лет, будь умной, служать своим мозгами удачи. Не знаю, а что тут такого, что, что сказать, ну, сколько мне лет. Я отношусь к этому. Саня, привет. Энди, Сеньки. Моя дочь Татьяна. О, так мы с ней одногодки, получается. Юля, как тебе фильм «Сергей против»? Я не смотрела. Я не смотрела. Я Ханна Монтана. Давай, Игорь, пока, удачи тебе. Я еще буду тут сидеть и сидеть, поэтому еще встретимся, думаю. Клевать не будут. Да, мне все равно. Пусть клюют. Игорь, спасибо.